Наша страна славится гостеприимством и щедростью. В любом уголке Украины всегда рады гостям, которые пришли с миром и добром. Наша национальная кухня представлена множеством вкуснейших блюд, а каждый регион Украины имеет свое традиционное уникальное блюдо. Город Кропивницкий известен своими сочными мясными рулетиками с начинкой – кручениками. Их готовят с разными начинками, но самыми популярными считаются крученики с черносливом и орехами. Итак, приступаем. Берем мясо и режем на куски. Мы взяли 700 грамм свинины. Отбиваем. Кусочки должны быть достаточно тонкими, чтобы они хорошо заворачивались в рулетики. Солим и перчим по вкусу. Теперь возьмем 100 грамм чернослива и 100 грамм грецких орехов. Чернослив промываем в воде, обсушиваем и фаршируем орехами. На каждый кусок мяса кладем начинку и заворачиваем рулетом. Кропивницкий – это город удивительных парков и великолепной архитектуры. Сам город, который является родиной Украинского профессионального театра, назван в честь создателя этого театра Марка Кропивницкого. На сковороду наливаем пару столовых ложек растительного масла и выкладываем рулетики швом вниз. Если вы не уверены, что рулеты сохранят форму, скрепите их зубочистками. Обжариваем до золотистого цвета с разных сторон. И в это время готовим заливку. Берем полстакана воды, добавляем 1 столовую ложку сметаны, соль и перец по вкусу. Можете добавить те приправы, которые вам нравятся. Выливаем смесь кручеником и тушим под крышкой минут 20-25 на небольшом огне. Ароматные, сочные и невероятно вкусные крученики готовы. Готовьте вместе с нами, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Приятного всем аппетита!